всякими другими. У нас так и стало получаться разговор о камине. Да, камин. Варвара Алексеевна Морозова. На чьи деньги была открыта эта библиотека в 1885 году. К сожалению, здание не сохранилось, но атмосфера та же осталась, и, собственно говоря, тот же фонд. Удивительное дело, да. Здания нет, атмосфера есть. Атмосфера есть, да. И те же самые книги, которые были приобретены, они, собственно говоря, все остались. А это потому, что Москва такое намоленное место, я бы сказала. Наверное, это имеет значение, да? Москва, да, Москва. Лен, ну, прежде всего, мне хотелось бы сегодня с вами поговорить о писательнице, московской писательнице Елене Роменко. Ну, наверное, да. Ты знаешь, я очень долго говорила всем, что я не писательница, я женщина, которая пишу, и никак не могла себя принять, то есть я этого стеснялась, что какая я писательница, у меня же нет высшего писательского образования. Но сейчас вот я держу в руках уже свою 10-ю, 11-ю книгу, но, наверное, можно сказать, да, что я и писательница. Писательница. Лен, а первый роман, вообще как было? Возникла идея что-то написать. Когда был написан первый роман? Ну, сначала все-таки родились рассказы. Рассказы. Началось все с рассказов. И рассказы были написаны для семьи, для сестры. У меня есть старшая сестра, которую я безумно люблю. И вообще вот вся моя жизнь. Вообще хочу сказать, что я выросла в очень хорошей московской семье. Я безумно благодарна своим родителям. И царство небесное моему папе, и жива моя мама, дай Бог ей долгих лет. Они для нас очень много сделали. И когда вот пришла в голову что-то написать, я поняла, что писать я хочу тоже про свою семью. Вот много что в жизни произошло. Когда вы поняли, сколько вам было? 45 лет. 45 лет. Да. То есть до этого, ну, прямо скажем, что, ты знаешь, у меня была какая-то одна из первых творческих вечеров тоже, между прочим, музей Булгакова. И тогда работала с журналом «Юность», и вот вел этот вечер, значит, зав. Отделом «Юности», он спросил, ну как же так, обычно в писательство приходит кто? Кто, значит, сидел или после тюрьмы, или после каких-то болезней, после невзгод? Просто так на ровном месте. То есть у кого есть какой-то жизненный опыт? Ну, конечно, причем какой-то отрицательный жизненный опыт. И ты знаешь, я с этим соглашусь, потому что я тоже начала писать, именно тогда, когда вот ушел из жизни папа, мне его ужасно не доставало, это для меня была страшная трагедия. Но и как-то вот бывают такие черные полосы в жизни, вот у меня тоже была такая полоса. И я вот начала писать какие-то коротенькие рассказы, причем они были веселые очень. И чем какая-то сложность была повышенной сложности в моей жизни, тем рассказ был веселее. И вот первый рассказ я подарила как раз своей сестре, это был рассказ о нашем детстве, о моей юности, о школе, где я училась, о том, как с нами общались наши родители. Они общались с нами правильно. Это вот такое вообще... Я знаю, что у меня есть пример для подражания. Мне очень хочется его нести в массы. Поэтому сначала были рассказы. Да, потом я написала свой первый роман, который называется «Три женщины». Это тоже, в общем, семейная сага. Это тоже, в общем, о семье. И прямо скажем, я хотела его писать для своей мамы, подарить своей маме, но так получилось, что, в общем, я его написала для всех. Лен, а какие были ожидания? Ожидания вот даже от того же самого первого сборника рассказа? Были ожидания. Были ли какие-то внутренние? Конечно. Это было очень смешно, потому что, когда книги появились в магазинах, я начала звонить вот в торговую организацию, которая продавала мои книги, спрашивая, сколько книг вообще продалось. Мне говорили, нисколько. Более того, даже не ждите, что книги будут продаваться, вы вообще кто такая, почему вас должны читать. Поэтому, безусловно, ожидания были. То есть были даже ожидания не вот того, что я, например, стану знаменитой. Нет. Было интересно, что скажут люди. Но я почему-то не сомневалась, что это будет интересно, и мне хотелось услышать, что мои рассказы кому-то помогли, что вот что-то вот произошло в жизни после моих рассказов более светлое, радостное. И так получилось, но не сразу. Поэтому сначала это было небольшое разочарование. Вот сейчас уже к этому я отношусь более спокойно. Лен, а есть ли у вас связь с вашими читателями? Есть. У меня есть сайт, он называется www.yeronima.ru. И там есть гостевая книга, можно туда писать. Там есть мой имейл. www.yeronina.vk.ru, можно сюда писать. И я получаю письма от своих читателей. А вы отвечаете сами на отзывы? Обязательно. Отвечаю. И книжки посылаю.
Да, если, вот, например, буквально вчера послала две книги в Тульскую область, написала мне читательница, она экскурсовод, причем она просто прочитала, что написала, что она прочитала мои книги, что ей очень понравилось, что она работает экскурсоводом в Туле, что приезжайте, я вас буду рада встретить, проведу вам экскурсию. И когда я пригласила ее на наши посиделки, выяснилось, что у нее очень болит сын, что он прикован к кровати, она вообще не там может приехать. Вот я тут же попросила ее адрес и послала ей несколько своих книг, и я вот очень рада, что вот парень прочитает и настроение ее как-то. Возможно, как-то изменит ситуацию, к чему-то лучше. Да. Поэтому вообще читателю и писателю, читатель-писатель, связь, она очень важна. Если ты связи не чувствуешь, собственно, почему и не надо писать в стол, даже если они нигде не печатают. Ну, надо, значит, в интернете все это выкладывать, еще где-то, но нет, обязательно должна быть связь. А вот такой вопрос. Вот писатель. А кто вообще такой писатель? Вот могли бы вы дать определение писателя? Должен ли писатель обладать рядом каких-то признаков, вот то-то, 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 да, и сказать, что в совокупности, да, это писатель. Или это кто? Как вот вы сами понимаете, кто это? Да, да, спасибо, Володь, за вопрос. В первую очередь, это интересный человек. Человек, у которого в жизни что-то происходит интересное. Или он может рассказать про что-то интересное. То есть он сам по себе должен быть, конечно, харизматичным человеком. Это первое. Второе, он должен быть очень хорошим рассказчиком. Да? То есть это должен быть какой-то легкий слог. То есть он должен вести за собой, должен быть харизматичный человек. Ну и вот по поводу образования, да, и по поводу... Вот у меня нет литературного образования, к сожалению. Наверное, если бы оно было, мне было бы значительно легче, безусловно, да, и где-то, может быть, что-то у меня там хромает, композиция и так далее. Но есть какой-то определенный, ну, наверное, это да. Наверное, это какая-то генетическая особенность. То есть некая потребность внутри, да, что-то написать, что-то свои какие-то мысли. Во-первых, есть эта потребность, и есть, в общем, ощущение того, что у меня это получается, потому что я, например, люблю писать короткие рассказы. А ведь короткие рассказы написать значительно сложнее, нежели длинный роман, как где ты можешь, у тебя столько времени, ты можешь и на первой странице описать, как выглядит главный герой, и на последней, и он у тебя живет, он у тебя ходит где-то, а вот ты попробуй, вообще, не знаю, за 5 листов опиши всю ситуацию, всю жизнь, весь жизненный путь человека, чтобы он встал перед твоими глазами, и чтобы вот, если он иностранец, чтобы он говорил с акцентом. Вот как добиться того, чтобы читатель понял, что он говорит с акцентом. Вот это, конечно, какая-то вот, ну какой-то дар, я думаю, что есть этот дар свыше. Лена Ронина – писательница. А какая она писательница? В каком жанре я пишу? Или о чем я пишу? Либо, допустим, творческая, активная, либо что-то, какая-то ностальгия присутствует. Вот какая? Как вы себя, какой вы себя ощущаете писательницей? Ну, во-первых, я вообще я очень активный человек в жизни, потому что у меня в жизни очень много всего происходит. И я вот такая, может быть, жадная до жизни, потому что я ни от чего не отказываюсь, а только вот дальше, то, значит, я только работала, потом у меня появились дети, и дети наложились на работу, потом вот есть уже внук, и внук наложился опять на детей, на работу, появилась моя писательская деятельность, и я не отказываюсь от работы, плюс, значит, происходит вот это, и у меня много командировок, и есть у меня клуб московский, посиделки с Еленой Ромовной, тоже все это вместе, поэтому я человек активный, очень. Я считаю, что это важно для того, чтобы... То есть писать надо о чем-то. Если ты будешь сидеть, значит, за письменным столом, смотреть в окно и думать о том, что вот, а вот сейчас вот придет ко мне какая-то идея, да, она не придет. А вот когда ты в самолете с кем-то поговорила, да, значит, на паспортном контроле с кем-то поговорила, да, и что-то, да, сразу какое-то возникает желание что-то прийти, накидать, набросать. Да. Более того, я никогда ничего не записываю в дороге, но когда я сажусь за письменный стол, эти вот мои какие-то маленькие зарисовочки, мои знакомства, они тут же выплывают. Я, правда, единственное, что я делаю, что вот такие какие-то яркие встречи, я могу просто написать себе, вот, отметить, что вот я хочу написать, например, там про
няню и ее, значит, подопечного. Да. Я сразу вспомню, что я в лифте видела вот эту парочку, и мне хочется про нее что-то написать. Вот. А вообще, в первую очередь, я пишу про семью. Все-таки вот я недавно думала, вот о чем все мои книги, потому что мои книги все очень разные. Там есть детективный жанр, там есть какой-то триллер, есть семейная сага, есть рассказы. Но что объединяет все мои книги, это все-таки тема семьи, отношения мужчины и женщины, мам и дочерей, пап и сыновей, приемных детей, родителей, свекровь, невестка и вот все, что. И я знаю про это, как написать, потому что я еще раз хочу сказать, что я выросла в очень хорошей семье. Те отношения, которые были между нами и нашими родителями, я могу только в мечтах такое где-то выстроить в своей жизни. Я недостойна такого. Но я стараюсь, может быть, в своих книгах про это рассказать, может, это кто-то услышит. То есть можно сказать, что ваша семья повлияла на ваше творчество? Конечно, конечно. Не лежит, скажем так, по-моему. Конечно. Если бы не было моих родителей, если бы не было моей сестры, не родился бы никогда этот первый рассказ. Потому что мне хотелось вот в нее написать. А как вы считаете, вот какое главное качество досталось у вас от вашей семьи? Вам досталось от вашей семьи? Но, во-первых, есть у меня очень разные мама и папа. Папа, он был всегда очень организованным и очень структурированным человеком. Всегда. То есть поэтому вот я так много успеваю, потому что я человек, у меня очень организованный мой день. Недавно общалась с одним человеком, да, который, ну, собственно говоря, пытался выстроить мою жизненную линию, он говорит: расскажите, пожалуйста, как проходит ваш день. Я говорю: давайте я вам расскажу, как проходит моя неделя, а лучше полгода, потому что у меня все билеты уже куплены за полгода вперед. Поэтому это папа. А мама – это необыкновенный позитив. Вот я считаю, что это самое главное во мне и от мамы. Чувство юмора. Чувство юмора. Чувство юмора и организованность. Да. Не держать всего вот этого вместе. Да, и еще просто вот улыбка. Смотрю на жизнь с положительной точки зрения. Да, и вот это чувство юмора и позитивный настрой все вместе соединилось и получилось писательница Елена Ромина.